Так, предлагаю вашему вниманию выступление моего дядюшки Трифонова Виктора Павловича, выдающегося гитариста и музыканта всех времен и народов. Ну-ка, давай покажи. 76 лет от роду. Я, конечно, не поэт. Не сегодня 76, это значит три четверти уж века позади. И я пытаюсь угадать, что будет. Еще я проживу лет пять спокойно. Внук Даня перейдет девятый класс, а Соня во втором учиться будет. Я сердилась, сад пойдет как раз. Внучка Маша, может, станет балериной. Она тогда любила и стройна. Внук Санька в первый класс пойдет учиться. Быть может, моя версия верна. Еще есть внуки, самый старший Слава. Он взрослый, ему будет 40 лет. И внучка есть, звать ее Кристина. Когда ей будет 19 лет. А правнучки Олесе, дочке Славы, 18 будет, все для счастья есть. Моим же детям в свете 58, Павлу 40, Артему 36. И если все исполнится, надеюсь, отметим вместе 80 лет. И вере 65 отметим вместе, что будет дальше, будем посмотреть. Отлично. Барух Ашем.